Ох уж этот сухогруз. Ладно. Продолжаем смотреть гвардию против игроков. У нас по времени осталось примерно полчаса, чтобы посмотреть все и всем. Да. А за микрофоном Дамир, собственно. Всем привет. Всем привет. Это Тима. Тима. Какая это Тима? Я уже внимания не обращаю на цифры. Так. И... вуаля. С прошлой игры счет остался 3-6. Справа гвардейцы, слева игроки мы видим на экране. Давайте-ка вам ники покажу. Хакер, Фрост, Винокс, Оз, Сенсей и Чоппер. Хирург делает опен фраг минус просто хакер. Давайте-ка потолще ники сделаю. Танюшка тем временем деда дает минус по Ози. В упоре Сенсей видит двух гвардейцев. Там же погибает Фрост у нас серебряный СГ-36. Правильно же, да? И тут зарезала Танюшка Чоппера. Он там аж завизжал. Тут даблкил в ее исполнении из двух человек с ножом. Серийная маньячка. Начало миссии. Ничего по-другому нельзя сказать. Ладно, смотрим дальше. Танюшка. Она у нас просто вышла на охоту со своим мачете в руках. Сейчас будет всех резать. А там же Фрост сверху. Два противника против одного. Пачка одна есть. Даблкил будет в исполнении, Таня, или нет? Или нет. Хае под ноги, может быть, нас убьет. Снова придевает Фрост. Отдается с тремя хп своими. Дальше что происходит? У нас забегает с респы на лесенку. Прям в упоре хирург порезал. Хотя хакер успел кинуть гранату перед смертью. Только что погиб еще Ост. Дабл скилл в его исполнении. Сенсей, Just Сенсей остается один. У него 110 хп, он против троих. Его гвардейцы разыскивают эти черно-белые панды. Ну, карта большая довольно, да. Нужно еще и потрудиться, чтобы найти. Сенсей в трюме. Идет на точку Б. Всем своим видом хамелеон выдает себя на точке А. Сенсей решился. О, хоп, никого нет. Тут вообще никого, по сути, нету. И вот уже хамелеон только пришел. Пришел тогда, когда вот разбегался у нас. На него прям прыгает в спину ему все, обойму. Выстрелил им этот раунд за команду гвардии. Бомба деактивирована. Миссия успешна. Розетки, розетки давать всем надо. Телефон зарядил, ладно. West Coast минус просто хакер. Тем временем, что у нас? Команда гвардии начинает доминировать над игроками. Фрост 1 против 4. Розеточки. Дай мне розеточку, зарядочку. Ладно, хамелеон у нас последний фраг в этом раунде. С боевого мачете закрамсал своего оппонента. 3-0. И продолжаем смотреть дальше. Чоппер, кстати, кан. Сейчас должен нарываться на гвардейцев. Хае под ноги. Тут от кого-то прилетает. Мой доктор в аркаду пошел. Там же есть на респе куча противников. Но они почему-то не рашат, не бегают. И хакер забирает Танюшку. Танюшка перетерпи дала минус по просту в упоре. Все, они заняли упор на респ, так сказать. Чем-то напоминает новый Counter-Strike про зомби. Знаете, где нападают зомбаки. А ты просто отсиживаешься здесь в углу. И все, что тебе надо. Просто хакер. Такой крутой ник. А такие действия, да? Я вас всех взломаю. Вот здесь, на респе. Ко мне никто не подойдет. Я вообще на вертолет сейчас залезу и все, улечу отсюда. Чоппер тем временем ставит плент. Бомба была установлена. В упоре сенсей погибает от West Coast.
И дальше у нас размен на весткаст от Чопера. Трое против одного меньшинства для команды Гвардии. Хамелеон остается один. 97 хп у него в запасе. Упорит, ты что нож держишь-то? Тут в каждом углу противник есть, а он бежит с боевым мачете в руках. Смелый? Я бы вообще аук, или что у меня в руках было бы, я не отпускал бы. Ладно, open track от West Coast, Минс Чоппер. Что происходит дальше на карте? Сухогруз, мы смотрим на экране, ну, просто хакер на своей любимой хакерской позиции. Он встал на катушке и готов покончить с собой, если сейчас его убьют, так сказать, обидится. Ну, посмотрите на это. Что это такое? Это гвардия против игроков. Здравствуйте. Как ваше ничего? Мэтт-доктор у нас. Нормальная позиция, вполне таки логичная. Хамелеон у нас хочет по ящикам побегать. Если залез на самый высокий ящик, значит, ты выше всех. Просто хакер. Какое-то поле стоит перед ним, не отпускающий его с респы. Я все понял, это не он виноват. Хирург и Танюшка сделали по минусу. Двое против четырех. Минусов для команды атаки. И погибает хакер на респе. Сидел все это время на респе. И погиб же там же. Будешь теперь всю вечность там валяться. 1-4. Смотрим дальше, видим прокидики. На мидл. Там сейчас могут. Нет, у нас в трюме игроки. Его порит Берданка. Танюха сейчас погибнет. Джеб, промахи. Промахи от Чоппера, но все-таки, да, погибает от Ози. Оз. Фрост минус Весткаст. Потом что происходит? Ой, Фрост отвернулся, а сзади сейчас как порежут. Да, хирург. Не захотел убивать своего оппонента с оружия и достал боевой мачете. Видит ОЗ. 82 хп в запасе есть. Перестрелка также есть. Сенсей может на хп подойти и помочь ему. Перестрелки. Хирург получает пачку, да. Потому что все так к этому и шло. Мэтт-доктор остается один против троих. Как раз он в этом районе стоит. Там, где сейчас будут проходить игроки. Но почему-то они хотят по ящикам прыгать. Но не плент. Ну зачем нам плент ставить, да? Парам-пам-пам. Парам-пам-пам. По лесенкам прыгаем. Трое против одного. Ребята. Где плент? Мне кажется, вообще первый раз в эту карту играете. Понимаю, я вот позиции только не знаю. Ну, побегать уже 500 раз успел. Тараканы, вот смотрите, какие тараканы. Они на... Он на Б. Давайте посмотрим, Мэтт-доктор. Да, он на Б. Он его сдал. Сенсей приходит, случайно в рандом находит своего противника и забирает его. Продолжаем смотреть дальше. Весткаст, Мэтт-доктор, Хамелеон, Хирург, Танюшка. Танюшка, кстати, сейчас будет первый встречать противников. Над головой нет, они в трюме. Да, не ошибся. Ники прям так, блин, просвеченный. Сидит на ящике Винексос и сливает. Берданки, Хирург погибает, Хамелеон минус Чоппер. Просто хакер погибает от Танюшки. Трое против трех меньшинством. Пока что у нас для команды атаки. Погибай, схая, Весткаст, как так-то? Просто хакер, молодец. Смотрите. Где появился, там и сиди. А если почитать сюжет этой карты? Корабль захватили террористы. Просто хакер просто сидит на катушках и захватывает свои катушки. Хамелеон минус противник команды атаки. Остается один просто хакер. И не хочет он с респы выходить. Ну, посмотрите. Все к этому и шло. Все, к этому и шло. Смотрим. Аркада идет снова. Мэтт-доктор. Команда атаки Нисть вообще себя никак не показывает. Это топ-команда 2014 уходящего года. 62 хп Мэтт-доктор. Ну, все-таки получилось залезть. Просто хакер спалил ситуацию. Теперь он выгоняет отсюда своего противника. И не хочет, чтобы там кто-то был, кроме него. На респе должны появляться только красные, не синие. Просто минус Мэтт-доктор. Танюшка погибает в трюме. В трюме от Ози. Весткаст на приеме, мачете в руках.
Просто хакер видит противника. Все-таки вышел он из респы, представляете? Он из респы вышел. Это же новая карта для него. Новые текстуры, новые локации. Можно квесты брать. Да, на него прыгает противник и... Ах, так. 3-5. Кстати, вот просто хакер вышел с респы, и они начали тащить. Тимплей. Завидуйте им. Хае поднебесные. Да. На кран она спустилась, эта хаешка. Чоппер с берданкой. Там будет два противника. Гвардейца с хае, опенфраг от Ози. Минус Танюшка. Берданка не реализует себя в никак. Мы доктор пулеметище. Ну, понятно. Весткас, даблкилл. С хае из по 90 забирает своих оппонентов. Двое против четырех. Мы доктор, туда никто не придет. Твои 150 патронов никому не нужны. Тем временем, просто хакер с двумя хп. Отличный АИМ. Отлично сыгранный. Стимплей. Великолепный. С 2 хп в запасе. Его катушка спасает его от всех бед. Почти. О, мой доктор. Мой доктор в атаке. Смотрите. 1 хп. И понадобились эти. Это примерно 20 патронов от 150. Смотрим дальше. Просто хакер не хочет никуда идти. Он обиделся на всех. Он все. Эти катушки, походу, его и родили на этой карте. Поэтому что-то родное чувствует около них. Винокс Ос. 100 хп над трюме бегает. Там же будет противник команды гвардии. Что это за постановка? Ля-ля-ля. Залетаем. А тут у нас всех казнят. Смотрите, какая... Плотная защита. У нас не красные атакуют. У нас красные защищаются. Походу, синие напали на корабль, и красные такие... Ну, что вы делаете? Мы же первые захватили. Теперь обороняются. А синие должны поставить бомбу. Она на А. Не знаю, зачем пишет хамелеон. У них же связи нету. Танюшка, минус сенсей. Дальше перестрелка. Их, какой ниндзя просто на лету. Тут и порезала, и била. Хамерон, наверное, специально так написал. Типа, она там бегает. На самом деле она как выпрыгнула, порезала и убила. Тут уже и пачку получает от противника. Остается Рэмбо, Мэтт Доктор со 100 хп, пулеметом в руках. У него нет ни маски, ничего. У него есть ножик за спиной и глок, он в кобуре. Он чекает все позиции, у него столько патронов, сколько бы у вас в Ауге точно не было. Просто хакер, пулемет против Ауга. Нет, никак. Что ж, смотрим дальше. Ози у нас на медле. На медле Ози. Там будет Мэтт Доктор. Неужели у него опять? Да, у него пулемет в руках. МК-46. Экст. Хирург. На медле два противника. Могут еще и слева выйти. Мэтт Доктор с повязкой в руках. Сейчас будет резать. Будет резать. Да, Весткаст порезал Ози. Сенсей минус каст. Чоппер перед смертью. Перед смертью. Чоппер у нас еще живой. Вы что? Чоппер дал минус. Погвардейца. Трое против четырех. Хакер не хочет выходить. Хотя нет, ты что? Их меньше. Можно и выходить смело. Хотя и с опаской. Бердан Хачопер пытается убить гвардейца, но пока не получается. Просто хакер. Нужно смотреть по всем сторонам. Мало ли, ко мне со спины могут обойти. Тем временем хирург, мой доктор, забирает по противнику сенсей от пулемета. Мой доктор погибает, он сидит в одном месте. Может простреливать, смотрите, он сидит себе просто и стреляет. А на самом деле у него там... Ой, у противника балаган целый происходит. Сейчас порежут или нет? Порезал хирург Чоппера. Тут все друг друга режут, хотя в основном гвардейцы. Просто хакер. Он... сохранился. Он никуда не уходил. Его и порезали.